Вот такие эмали мы приготовили нашим клиентам на прошлой неделе. Полиуретановая эмаль для покраски платформы эвакуатора 5 литров. Полиуретановая эмаль для покраски кабины газели фермер 4 литра. Индопор акриловой эмали для покраски экскаватора погрузчика JCB 4CX 8 и 3 литра. Индопор акриловой эмаль для покраски спойлера кабина КамАЗа 1 литр. Полиуретановая эмаль для покраски щита на лесораме 2 литра. Полиуретановая эмаль для покраски рамы на Volvo FH13 10 литров. Полиуретановая эмаль для покраски металлоконструкции в убойном цеху 200 литров. Алкидная грунт-эмаль для покраски трактора МТЗ 4 литра. Полиуретановая эмаль для покраски рамы на автомобиле Scania 3 литра. Эпоксидная эмаль для покраски фрезерного станка 3,05 литра. Индопор акриловая эмаль для покраски кабины МАЗа 6 литров. Индопор акриловая эмаль для покраски экскаватора Kubota U35 по 3 литра. Все ролики с заказами можете увидеть на моем YouTube-канале.